пару слов про бесплатную медицину. То есть хотелось бы высказать свои мысли, а дальше решайте сами, ну или идите, выключайте видео и пейте дальше Бояру. Так вот, смотрите, хочу просто, чтобы мне кто-нибудь в комментарии написал, что же такое бесплатная медицина. Потому что я вот бесплатной медицины не знаю. А нам со всех утюгов там рассказывают о какой-то бесплатной медицине. Бесплатная медицина – это то, что предоставляется бесплатно. А данный вид медицины, который у нас предоставляется в стране, он у нас никакой не бесплатный, потому что все мы платим налоги, там медицинское страхование отдельно, да, то есть мы его платим. То есть и многие, на самом деле, до определенного времени даже не пользуются этими услугами. И, соответственно, условия получения этих услуг, да, то есть они прописаны в нашем законодательстве, насколько объективно, но правильно, неправильно, я сейчас не обсуждаю. Я именно хочу рассказать о том, что раз мы за это все заплатили, то ничего бесплатного у нас нету. И медицина это у нас платная. Поэтому мы имеем полное законное право требовать качественных услуг. Как граждане не просто этой страны, а планеты Земля на самом деле. Потому что можно фантазировать о чем угодно, да, но, например, если получается, вы находитесь в другой стране, в которой вы там не заплатили якобы эти медицинские услуги там и так далее, а если вы совершили операцию, с которой взят налог государству, значит, вы автоматически проплатили и медицинские услуги. И только то, что там статьи расходов разные, это на самом деле вранье государственных чиновников. Потому что они все равно себе зарплату с этого откушали. И неважно, в какой части планеты на самом деле вы находитесь. Но это вот такое мое разумение, да, и поэтому прошу в комментарии написать, что же такое бесплатные медицинские услуги. Если там кто-то начнет рассказывать про детей или про пенсионеров, да, то на это у меня ответ простой, да, то есть дети у вас и пенсионеры питаются не из воздуха, и они точно так же, покупая любой продукт, любую услугу, которые они платят НДС, которые у нас опять выросло и так далее, да, то есть поэтому они также автоматически проплачивают услуги и медицинского обслуживания, и поэтому никакой бесплатной медицины ни для кого у нас нету, потому что как таковых иждивенцев у нас нету просто. Потому что они так или иначе, либо, возможно, там, если сейчас они иждивенцы, то они все равно до какой-то степени все равно когда-нибудь что-нибудь заплатили этому государству. Потому что мы со всего заплатили НДС. А людей не кушающих у нас в принципе нету. Ну и так далее, там, с чего-то все равно платятся где-то налоги. У нас так система устроена. Поэтому, когда вам начинают о чем-то впаривать, это значит, что вам начинают только впаривать. А вы должны думать своей головой и понимать, что бесплатного у нас в стране ничего нет. И значит, вы имеете право требовать качественные услуги. От медицины, от полиции, от суда и так далее. Да? То есть, так что боритесь за свои права мирно и законно, пока еще шанс этот у вас не отняли. Ну и жду комментарии, в чем я не прав. Все.